Запитайте в Дмитра наступне, якщо не важко. Свого часу Дмитро взяв досить хороше інтерв'ю в Юрія Шухевича та Степана Хмари. В зв'язку з цим логічно запитати, чи не планує Дмитро взяти інтерв'ю в Левка Лук'яненка. Сподіваюся, цього разу це питання розкочить. Uh, да, я взяв дуже хороше інтерв'ю у Юрія Шухевича. Мені він uh, цікавий. Це чоловік-страдалець, який нікого не вбив, ні. Ни... не оболгал и при этом он страдал всю жизнь за своего отца и мужественно нес свою, в свою карму потерял зрение в лагерях я вообще отношусь к людям, которые сидели в лагерях с большой нежностью и к Степану Хмаре в частности я люблю борцов я понимаю прекрасно, что те, кто шли на компромисс с режимом кто становились агентами КГБ те в лагеря не шли. А кто были бескомпромиссны, те шли в лагеря, сидели, страдали, их могли убить в любой момент. И я с большим уважением, я, я, просто преклоняюсь перед этими людьми, я считаю тех, кто сидел, тем более столько лет настоящими героями. Я брал интервью также у Натана Щаранского в Израиле, летал туда специально к нему, маленький, несгибаемый человек с Донецка. Отсидевшись только, я брал интервью у Владимира Буковского в Кембридже под Лондоном. Я специально туда к нему летал, я преклоняюсь перед ним. Точно так же в этом ряду и безусловно Юрий Шухевич, и Степан Хмара и Мустафа Джимилев, угу. с которым мне выпало счастье тоже несколько раз долго общаться. Что касается Лывка Лукьяненко, я с большим уважением отношусь к Лывку Лукьяненко, как к идеологическому борцу с Советским Союзом, который провел 25 лет в лагерях. И я не могу э, простить Левку Лукьянинку его антисемитизма, того, что он говорил о, о евреях. Я считаю, это э, отвратительно, и э, антисемиты для меня не люди. Поэтому я не могу делать интервью с Левком Лукьяненко.